освободили после пыток. Житель Старопромысловского района чеченской столицы, похищенный 13 мая сотрудниками силовых структур, отпущен на свободу. Об этом сообщили местные правозащитники. В течение нескольких часов молодой человек подвергался жестоким избиениям и пыткам током. В ОВД по городу Грозный отказались комментировать эту информацию. Три бомбы обезврежены в Ингушетии. Одно из уничтоженных взрывных устройств было обнаружено у здания поликлиники в Назране. Оно состояло из 400 граммов пластита, мобильного телефона и магнита. Два других взрывных устройства представляли собой гранаты кустарного изготовления. Они были найдены в колодце в селении Кажево Назрановского района республики.